Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Если вы уверены в своих партнерах, на все 100 спешите осуществить совместные действия. Супружеские отношения можно сделать более мягкими, доверительными и снисходительными. Телец. Рабочие вопросы будут легко решаться путем переговоров или вежливого общения с людьми. Для того, чтобы выполнение рутинной работы было более простым, можно включить негромкую музыку. Близнецы. Встречаясь с теми, кого любите, отложите в сторону бесполезные вопросы взаимоотношений. Сделайте акцент на гармонии чувств. Отличное время для посещения театра. Рак. Это день, когда на все хорошее в своей семейной жизни вы склонны обращать гораздо больше внимания. Очень возможно, что ваши домашние испытывают те же чувства. Лев. Постарайтесь сделать свои встречи с людьми менее скучными. Проведите их в нестандартной обстановке, не выходя при этом за рамки приличий. Дева. Есть шанс решить разом несколько вопросов и получить вознаграждение. Кто-то из знакомых, коллег или родственников может выручить вас, взяв на себя по дружбе часть работы. Весы. В течение дня вас может посетить любовное вдохновение, творческое откровение. Приложение усилий к достижению цели не покажется вам трудным. Скорпион. Налет тайны может резко повысить ваш интерес к сотрудничеству или к брачному союзу. Секретная информация, которой вы владеете, останется при вас до тех пор, пока вы сами не захотите ее обнародовать. Стрелец. Вы можете добыть у своих партнеров ценную информацию. Мечты, которым вы предаетесь вместе с единомышленниками, имеют все шансы быть воплощенными в действительность. Козерог. Вы способны фанатично трудиться ради исполнения пунктов договора. Наиболее существенный стимул к работе – возможность получить хорошие деньги за свой труд. Водолей. В этот день легче, чем в какой-либо другой, выполнять все правила хорошего тона. Это удастся вам и в том случае, если вы общаетесь преимущественно со своим ближайшим привычным окружением. Рыбы. Вершить дела совместно с другими людьми вам в равной степени помогут интуиция и чувство юмора. Не будет лишним способность сопереживать другим.